Всем привет, с вами Готик, с вами Сократ. Обновление каталога Red Dead Online на этой неделе. Значит, мужская и женская одежда, кепка Чампли 2 золота, пончо Кардина $175, пальто Фулбрайт $270, рубашка Сальседа 3 золотых слитка и классические туфли $80.50. Для женской одежды это, соответственно, пончо и кепка тоже самое, куртка Баллард, блуза Гудейл и сапоги Агири $120.75. Добавили нового легендарного преступника. Им является Russian, просто русская водка, балалайка, все дела. Все добавили, все по канону, Мишка присутствует. Задача легендарного преступника — зайти в лагерь, перестрелять всех козлов. Дальше начинается катсценка. Во время катсценки у вас будет несколько секунд на то, чтобы травмировать, но не убить преступника и спасти заложника для получения максимального опыта и денег. В данном видеоролике у нас не получилось этого сделать, но факт есть, что это возможно. Далее, скидки на приобретение услуг у торговца, то есть у Крипса, все для развития лагеря. Пополнение припасов стоит не 20, а $10, то есть, короче, скидки на Крипса. Наслаждаемся, это был последний 10-й легендарный преступник, что нас ждет на следующей неделе, а хрен его знает. Подписываемся на канал, заходим в Discord. Всем пока!